Всем привет, с вами Сталкер-одиночка. Очередное прохождение мод The Junior. Будем дальше проходить. У нас участие мы были на Интере, нашли себе хороший комбез. У нас теперь путь идет последнюю локацию Ад, но перед этим нам нужно сходить сначала, получается, нам нужно забежать на Агропром. После Агропрома нам нужно ходить еще до Воли, а после Воли обратно на Агропром, с Агропрома на Янтарь. Вроде бы так, не знаю. Сейчас посмотрим на Янтарь, а с Янтаря уже пойдем на Ват, этот последнюю локацию. Ну все, давайте. Всем приятного просмотра, Миша Слов, поехали. Так, ну что ж. Уходим. Проход вроде бы на локацию. Я примерно знаю, где-то. Где мы тут появились, а вот здесь у нас где-то должен быть и переход. Так. Вот там где-то. Вроде бы там. Там где труба вроде бы чудит, ну где-то там. Тихо. Ну все, в этих аномалиях. Ух ты, блин. Блин. Это мы вылипли. Аптечку примем. Так, вот тут у нас вроде бы пароход. Да. Все, там увидимся. Все, ребят, мы вроде на Агропроме. Тут я слышу урочки. Ну, походу, только один урочек. Сохраниться надо. Бежим мы до Крока, отдадим ему. Немножко радиация есть. Так, Крок отдадим. Давайте по брониту плаваем против радиации. Так, Крок. Куда это? Палка. Вроде тут никого нету. Бежим. Мы тот раз нашли рацию, и вот это походу тоже мы должны ему дать. Это у нас под патриков-то что-то маловато будет, но я думаю, где-то надыбаем патроны. Так. Так, вот это вроде бы. Ну привет. Крок. А, это Димка. Пока. Крок. Слушаю нас... тебя. Крок. А вот он и Крок. О, Крок, здравствуй. Курьер прибыл. Получите, распишитесь. Ну, брат, выручил. Гроб тебе обязан. Вот твое оборудование. Так, забирай у нас один передатчик. Это так. Идеально. Теперь у меня есть все, чтобы заставить передатчик работать. Удобно тебя просить, но нужно провести тест-драйв связи. И до этого мой друг Миша нужно радио. Он на барахолке в лагере Оли. Один из немногих людей здесь, которые разбираются в радиотехнике. А пока готовлю для тебя ствол. Пакую коробочку с красной ленточкой. И пока ты доставил радио, я нашел несколько деталей. Нет, поверь мне, они тебя послужат верой и правдой. Ну что тебе нужно твоему Мише передать этот приемник. Вот я его починил. Теперь он должен ловить мои сигналы. Вот держи. Понял, уже в пути. Так, ребят. Ну что ж, побежали мы на свалку. Так. Ну, на переход у нас на свалку, если я как я помню. Так. Так, у нас где-то в той стороне вроде бы будет. Я как помню, на свалку вроде бы там у нас переход. Да, вот там был. Так.
Ладно, ребят, побежал я походу на свалочку. Там и увидимся. Так, ну что ж, ребят, я здесь. Сейчас сходим до барахолку, до Миши. Там у нас должен быть. Что-то мы так устаем вроде бы сильно. А что мы так устаем? Слушай, у нас там есть в нычке шкафчик. Мы как раз там перекусим. Вот этот стол выбросить надо. Так. Так, ну давайте сейчас. Ну, не помешало. Так, у нас уже ушатанный. А калашник ушатанный, автомат ушатанный. Все ушатаны. Ну, думаю, где-то что-то надыбом. Так, ладно. Так. Давайте позарядим. Поводу. Ну, 15 тысяч у нас имеется, ну. Так, ладно. Сейчас. Тоже куча оружия. Так. Думаю, тут ничего такого не будет подозрительного. Так, нам нужен Миша. Так. Ладно. Побежали мы до Миши. Рассказывай, я весь внимание. Так, ребят, ну что, вроде вот этот Миша вроде бы сейчас. О, да, Миша. О, здорово, чувак. Здорово, у меня есть кое-что для тебя от Крока. И как так ему удалось починить коммуникацию оборудования? Замечательно. Да, починил. Он послал мне восставить его. Фантастика. И большое спасибо. Ты сделал правое дело. Не могу дождаться, когда уже настрою эту бандуру. И установлю связь. Эх, надеюсь, все получится. Скрестил пальцы. Починим. Хорошо. Нужно вернуться к Кроку. Бай. Еще увидимся. До встречи. Наверное, так. Давайте, ребят, залезем. А сейчас, пацаны, это возьмем немножко провизии. У нас тут есть в нычке. Была вроде бы. Так, и посмотрим, может, еще где-то с кем-то надо пообщаться. Может, кто-то еще. Кто-то нам с нами поговорить захочет. Ну, привет. Нет, этот... Нет, нету ничего дополнительного. Привет, брат. А у нас же... Ух ты, блин. Мы еще так. Посидим. Погодим. Энергетик. Так, а вот наш ящичек. Эх, давайте возьмем баночку этого и пару баночек. И пару кусочков колбаски. Дорогу на дорожку. А, не собачку. Не, мы еще посидим. Погодим. Да. Пацаны... Сидеть собрались. Так, ладно, ребят, чуваки, побежал спокойно. Я до Крока. Ждем врага. Все, побежали, опять, ребята, на агропром. Погнали. Ну все, ребят, мы на агропроме. Сейчас. Пишите. Что? Крока. Вот такой высокий, вообще какой-то маленький такие. Так, ладно, где тут у нас Крок? Вот он, походу, вроде бы. Да, круто, здорово. Так, ну доставай. Доставил я посылку, Миша обрадовался, и его кажется, что все действительно ждет возобновления связи. Конечно, такое событие. До этого считай, как пещерные люди жили. Только что. Оружие отличное может было. Можно было. Мне очень скоро проведем первый тест. Еще благодарю тебя. Награда от тебя уже дождалась. Рад, что помог хорошим людям. Теперь я должен вернуться к своим делам. Что там у тебя за презент? Вот он. Так, это настоящая штурмовинтовка, наверное, более эффективная, чем та рука, которую ты можешь здесь найти. Правда, патроны у него не густо. Поищи в лагерях военных. Все уже успели отыщать. Ага. Вау, красиво. Вот спасибо, Кров. Рад был помочь. Мне пора идти, надеюсь, без... Считайтесь, береги себя. А что нам там дали за пушку? А, ну, привет. Сик дали нам и патрончиков 120, это хорошо. Так, ладно, ребят, теперь... Слушаю тебя. Идемте. Так, ребят, а теперь мы идем... Теперь у нас выход отсюда. Выход, выход, выход. Так, мы побежали, короче, ребят. Кто помнит переход на... Янтарь находится за тем болотом в той стороне. Все, ребят, давайте. Сначала на янтарь, а потом я вам покажу переход, ребят, на локацию ад. Побежали. Так, ну что, ребят, я на локации ад. Блин, вышло конфуз, я вам, ребят, не смог показать, ребят, переход, потому что я бежал, бежал и
случайно перешел. На самом деле переход, ребят, находится вот в этом районе. Тут будут сабанчики. Ну, как обычно, вы заходите вот сюда, где у нас был спуск, тут поворачиваете, идете прямо-прямо вот сюда. Где-то тут переход находится. Вот, попали мы туда-то. Ну что ж, теперь нам нужно... Тут у нас есть какой-то чувачок. Вот тут. Нам, кстати, до него нужно попасть. Что за человека, не знаю, но до него... Ну, тут у нас маленькая фигня, тут у нас... Это будет, не знаю, как через аномалии, пить через аномальный лес. Хрен его знает. Сейчас попробуем пройти через нас тут, блин. Так, тут у нас полный трэш. Дороги я не вижу. Аномалии жарко. Всякая такая, надо бы до дороги добраться. Блин, полный как здесь. Так что у нас там по аптечкам? Аптечек у нас только 5 штук осталось таких, ребят. Аптечек у нас, давайте сохраняться будем. Уже и собакины появились. Так, уже у нас начинаются конфузы. Так, аномалии, шманомалии. Опа, там уже есть. Вроде нету. А вот вроде и дорожка. Так. Ух ты, блин, там уже сразу по нам. Опа, 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 пули, опа, пули. Ух ты, блин. Как у нас, а мы тут походу, наверное, не пройдем, блин. А да, это, блин, жопа. Ну ничего, попытка номер два, ребят. Так, нам надо как-то, блин, пробираться не так, а через аномалии пробовать. Так. Эти мутанты, блин. Нас уже спалили, блин. Так, тут у нас уже вообще жопа. Давайте, 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 давайте. Так, мы куда мы бежим? Ага, ну вот мы бежим до туда, куда нам надо. Птичку я использовал, блин. Так. Вроде нам вот сюда надо. Вот. Тут кто-то есть. Так, попытка номер два вроде удалась. Да, в этом домике кто-то есть. Кто тут у нас такой? Сталкер. Давайте спрячем. Так, пушечку. Так, кто тут у нас? Опа, кто-то имеется. Так, кто такой? О, стрелок! Приветствую, здорово, ну привет. Сейчас отсюда живые души заглядываю. Только давай без фокусов. Фокусов не мое, у меня все четко и по делу. Ищу информацию, как попасть в лагерь Монолита, если это вообще возможно. Вполне, ну зачем тебе это? Адреналина не хватает. Не адреналина в зоне так сполна. Причина у меня посерьезнее. Монолитовцы, возможно, схватили моего брата и привели его сюда. Эх, понятно. Сочувствую тебе, твоему брату. А насчет того, как попасть в лагерь, могу подсказать. Есть два пути. Но каждый из них хорошо охраняется вдоль расположенных лагеря поменьше. И еще есть, будет осторожен, особенно в сжженном лесу. Аномалии, твари там немерено. Да, будет нелегко. А чего ты вообще забыл в такой дрянном месте?
получше местечко не нашел. Поэтому так, зоны мне много чего связывает. В центре, не поверишь, я себя чувствую как-то спокойнее, что ли. Да, много я времени потратил, пытаюсь понять зону, сделать вывод моего места здесь. Естественно. Ну что у тебя? Лагерь фанатиков под носом тебя не беспокоит? Они сюда не ходят. Сам голову ломаю, почему. Ну, кажется, аура тут какая-то или еще кое-что воздействие зоновских. Может, ты уже заметил, что этот небольшой холм – единственное зеленое место в округе. Единственное место, где все не погибло, не сгорело. Есть тут какая-то мощная энергия, как будто жизнь. Жизнь управляющая, которая мне силы дает и их отпугивает. Да, зона она все-таки. Некоторые места перемалывают человека в прямом переносном смысле, в других прям спокойнее на душе. Это место инстанция зоны. Это трудно объяснить, но я согласен. У меня все время моего пребывания здесь возникли полярные чувства, что зона прямо под борку лезет и становится частью тебя, а ты часть нее. Пора это ужасного. Порой даже умиротворяет. Ну как ты хочешь найти, вряд ли умиротворять. Испытаешь, скорее нахватка патронов испытаешь, как запастись заранее, лишним не будет. А у тебя есть идеи, где их достать для такой глуши? Я бы сам с тобой поделился, но пока не было дома, произошло ЧП. Все мои патроны украли. Мне не было всего пару часов, а эти уроды монолитовцы все равно успели обшмонать тут все. Мне пересеклись по дороге домой, когда я увидел их, сразу получил неладное. Я раньше примечал этот ряд в старом военном лагере. Они обосновались. Хорошо, что хоть когда я домой не сюда не суются. За патроны все равно обидно. Еще один момент. Они украли мой армейский меднабор. Но без ключа его не открыть. Военные постарались на славу. Если только танком переехать. Ха. Так, может мне попробовать вернуть твою домашнюю аптечку, если достану. Вот, сыпешь чего. Ну привет! Так, ты уверен? Не откажись за такого замечательного предложения. Что ж, я человек слова, награжу, чем смогу. Будь уверен, думаю, что фанаты, которые захватили, не расстаются с ними на минуту. Эх, доберется до этого фанатика. О, так, тут еще у него. Так, пони здесь, хоть яйца жарь. Мне бы антирадами разжиться. Пособишь, могу обменять на что-нибудь, у меня навалом всякого барахла. Нет, спасибо за предложение, но у меня все есть, а вот антирадов как раз и нет. Извини, придется тебе искать самому. Хреново, хотя можно попробовать вскрыть что-то в лагере монолитов, правда нет гарантии, что они не срисуют за километр. Попытка не пытка. О, срисуют, конечно, чего? Напомнил ты что, чего, слухай, тут есть один домик в лесу, далеко совсем, откуда будешь спускаться с холма мимо мертвой деревья, то сразу увидишь. Ну там жил один странный парень, вроде бы Сарка, хотя его знак может из-за мелодического, и все равно как-то лучуга хрен подберешься. Могу сказать одно, ты дикий образ жизни товарищ вел. Почему я вспомнил, художником был он, картины писал, вдохновение выделением зоновским, да, искусственно на любителя. Было квадрат Малевича в стороне стоит. И как домик с печечкой опасно находится. Приходится этой натуре медицинской разной постоянно пользоваться. Антирады, там аптечки диковинные. Слышал, у него было много медикаментов из лаборатории местных. Но не помогли ему, да, он со временем медицины помер. Но еще вещи, возможно, все еще валяются у него на полках. Так что можешь сходить, поглядеть, может найдешь его, но сразу бежу. Слухи дурные об этом месте ходят, мол, призраки там обитают, и призраки там дела странные творятся. Значит, не стирается. Птичка, судя по всему, не курорт, но в любом случае спасибо за наводку. Так, за наводку. А давай-ка мы, наверное... Слушаю тебя. Поспать можно ли там, братан? Может, где-то я хочу вздремнуть. Так, а, можно. Давайте поспим до 10 часов. Ребят. Так.
Ну что, поспали, теперь мы поились. Так. Так, денек у нас этот. Так, он сказал, что где-то тут-то есть домик. Домик. Выходишь. Это тут хата есть. А ну по карте. По карте, по карте, по карте. Вот тут, вот, наверное, домик. Вот там нет, не тот. Вот этот, наверное, дом нарисованный. Хотя нет, где тут? Вот хата какая-то есть. Где же тут хата, ребят? Наверное, сейчас я тут сказал, выходишь, и тут налево домик есть. Где-то здесь этот домик, походу. Наверное. Так, ладно, ребят, побежал искать этот дом. С вами свидимся. Так, ну что, ребят, дом, где находится, сказали, с холма. Так, это где-то... А, вон хата есть. Так, берем. Так. Так, вон хатка есть. Так, вроде домик. Аномалии. Опа. Чудеса, чудеса. О, тут у нас кто-то. Ух ты, блин. Полтергейст, походу. Надо нам туда зайти, блин, в эту хату. Тихо, тихо. Где он? А все? Тихо. Что-то еще есть. Кто тут еще такой? Кто тут такой еще у нас? Вроде грохнули. Так. Сказал тут поискать, тут можно найти. Ага, вот у нас и ящик. О, ну, есть медикаментов немножко. Так, что тут еще, может, что-то есть, а? Медикаменты мы вроде бы нашли. Да, конечно, он рисовал. Как здесь, как. Стремно. А вот ничего нету больше. Так, а ну тут на чердаке у нас ничего нету. Какого-нибудь. Вон. Вроде ничего нету, ну. Медикаменты мы-то нашли. Так, ну тут вроде больше ничего нету, да? Вроде да. Больше здесь. Ничего нету, вот. Могилка, может, тут тайник есть? Могилка сталкера есть. Ну, медикаменты мы то нашли. Так. Так. Давайте нахрен отсюда уйдем.
Так. Давайте посмотрим, что тут у нас. Пообщаемся с этим, потом придется идти нам зачищать блокпост. А, вот он. Стрелок, так, а, бывает, нет у нас. У нас речи нету. Так, ладно. Ну что ж, надо бы идти, ребят, теперь в жопу полную. Вот это зачистить надо. Вроде бы сюда надо идти. Вот эту базу зачистить. А там уже посмотрим. Сохраняемся, надо принести медикаменты. Так, ну что ж, ребят, будем вычислять. Так. Патрика у нас немного, блин. Так, надо, блин, сохраниться еще раз. Чтобы мы не влипли, блин. Так. Чтобы они нас не спалили, блин. Вот я думаю, их немного будет, а? Так, 8. Вроде бы 8 пацанов. Так, но нас вроде пока не спалили. Блин, не получилось. Попробуем еще раз. Нет, не получается. Так, ладно. 7 гавриков. Сохраниться надо. Выключить свет. Братья, здесь враг. Полили нас. Полили нас. Так. Нас уже херячат. Ну их немного, 8 человек. Есть у них патроны. Шестеро пацанов. Сохраняемся. Их 5 осталось. Так. Ё-моё. Четверо осталось. Хранимся. Так, у нас так тут. О, блин. Трое осталось. Трое пацанов. Ты? Я ранен. Обхожу противника. Прикройте. Ты не скроешься отсюда. Один остался. Храниться надо.
Так, все. Гранатку возьму. Автомат. Автомат возьмем. Так. Винтик. Используем в аптечке. Так, используем. Что тут у нас? Автомат уже ничего. Выбросить. Выбросить эту пушку. Так. Дальше. Обыскиваем пацанов. Так, пацаки, пацаки. Оп, еще там есть. Ух ты, блин, а там, оказывается, еще пацаны есть. Блин, там, блин. Ну, пацаны есть. А я думал, я всех поклал. Что ли еще есть? Сохранился. И один. Есть. Ух, типа с ЦВДшкой войнули, блин. Так. Так. Асфальчик. Так. Патрики. Так, ну сейчас будем. Патрончиков, ну и СВДшка у нас еще имеется, хай пригодится. Так. Так, теперь сказал тут поискать какой-то ящичек. Выбросим ружьишко. Гранатом дать немножко. Так, вроде бы все, да? Он сцепляется. Вот это к кабаканчику. Так, тут вроде всех пацанов я обыскал. И этого еще мы не обыскивали. Так, а теперь заходим вот сюда. Ух ты, что-то мы нашли. Бронекостюм, Грилин. О, типа как у нас. Один такой же самый костюмчик нашли вот здесь. Хороший. Так, а теперь обыщем. Так, конечно, найти эту всю хрень, что мы говорили. Так, ну эту базу мы зачистили. Так, тут где-то еще здание есть. Походу. Так. Мы все проверили. Ага. Вот туда надо еще. Там походу. Наверное. Это только первое. Походу нам надо вон туда. Получается. Ну да. Но тут я походу ничего не вижу.
Блин, чё мы так устаем? Так. Ого. У нас еще 9 патронов есть. Так. Вроде здесь нету какой-то херни, блин. Вот это нам прилетело, блин. Всё, нету патронов, блин. Так еще один остался. Один. Так. Сохранимся. Это один остался. Так. Иди. Двое тут. Давайте потом сейчас выбросим СВДшку. Ты будешь ликвидирован. Где он там? Лови враг монолита. Это, блядь, не так. Ты, блядь, не лить. Есть, фух ты, блин. О, как у нас пушечка. Опа, хорошая. Так, как у нас пушечка.
Ну, СВДшечка. Так. Еще один. Вы, блядь, как тут? Где тут вы, блядь, плодитесь? У этого. Слушай, где тут еще один есть? Хранится. Где там еще один, блин? Все. Шо вы гаврите, монолитовцы? Винтик. Так, ну что, теперь ищем эту хрень, блин. А где-то тут я, когда заходил, ящик где-то видел. А вот где я уже? Сейчас посмотрим. Бутылочка, хавчик, где-то я видел ящик. Вроде перебили пацанов. Так. А тут вроде нигде ничего нету. Никаких нычек. Давайте в другом. Еще один, блядь, та шо ж такое? Охранится. Еще где-то один придурок есть. Они, блядь, не заканчиваются. Где же эта вся хрень находится? Еще один. Или вон ихняя база, наверное. Там, наверное, блин. Так, ладно, ребят. На этом, наверное, эту часть мы закончим. Продолжим уже в следующей части. Крыса, крыса, крыса. Своего же воровывает. Враг монолит. Ух ты, блин, у меня, блин, вынес. Ничего, пацаны. Мы сохранились. Ничего, переиграем, блин. Вот крыса, блин, не смог я его завалить, блин, патрона не хватило. Так, ребят, как мы помним, один товарищ. Так, где-то здесь я был. Где же он тут? А где же еще один? Он где-то здесь. Где-то здесь, а. Тоже не база. Сохранимся. Идет. Я ранен, братья. Есть. Ты мне показывал на так патрончики. Тут еще. А, хотел все добраться, ну.
Так ладно, ребят, на этом все закончим, продолжим уже в следующей части. Здесь мы тоже ни хрена не нашли, наверное, может, я плохо искал. Ну, пока мы с ничего. Ладно, всем спасибо, ребят, видите новую серию. Она, наверное, будет заключительная, но на этом сегодня все. Всем спасибо. Кто не подписан, подписываемся. Видите новых прохождений.